Время было рассчитано по минутам, и события тоже. Самое главное, чтобы все пошло как запланировано, без отклонения от графика. Смешное слово «график». Какое-то школьное или, может, институтское, общежитское. График дежурств по комнате. И листочек криво пришпилен к двери. Расчерчен синей ручкой и написано торопливо «пон», «ср», «птн», «повты» и «читв». А заодно и с субботом-воскресеньями уборка помещения, стало быть, не проводится. Смешное слово «график», особенно когда этот график – убийство. Смерть должна прийти в соответствии с графиком. Время было рассчитано, и действия были рассчитаны, и осталось только уложиться в расписание. Поначалу все удавалось до минуты, до шага. В середине дня вдруг оказалось, что предстоящее дело очень страшное.